Друзья, всем привет! Сегодня я встречаюсь с Андреем, а Андрей любитель приусов. Он ездил на всех уже приусах, наверное, да? И вообще очень много о них знает. И вот давайте его послушаем. Андрюх, рассказывай. Здравствуйте всем! Я хочу вам рассказать за такую машину интересную, как Toyota Prius. Я на них уже лет 10 и начинал с десятки, двадцатки, тридцаток у меня было много. И вот сейчас я все-таки вышел на 41-й кузов. Это уже, ну, все многие говорят, что это Prius, но это уже далеко не Prius. Это Prius Alpha. Вот. А в чем разница? 30-й Prius у нас на Corolla-овской подвеске. А этот Alpha у нас на Camry-овской подвеске. Вот и всем разница. То бишь, он длиннее, он тяжелее, и он вообще очень... Говорят, что она валкая машина. Ну, я бы не сказал, что... Она прям валкая. Ну, семейный, понятно, автомобиль, он и должен быть семейным. За болячки. Вот бы в очерке мы рассказали, показали мою машину, болячки. Ну, какие болячки? Все говорят, что вот, если умрет батарея высоковольтная, то это все. Ставится машина на прикол, и все, будешь в ней курей разводить. Угу. Ребята, не верьте диванным критикам и диванным экспертам. Батарея в оригинале, и красивая батарея, и надежная батарея, и свежая батарея от силы будет стоить 150 тысяч. Даже в таком городе, как Смоленск, это все ремонтируется, это все есть товарищи и друзья, которые все это сделают вам, и не надо никого пугаться и слушать балбесов, будем так говорить. Вот, ну, машиной очень доволен, потому что действительно это корабль. Если семья из 4 человек или же, допустим, из 3 человек, это, ну, то бишь и автобуса не надо. Для 5 она тоже нормально? Для 5 нормально, но я имею в виду, что даже на длительные поездки, если ездить, задний ряд раскладывается, и получается, что в багажнике 2 метра, можно ночевать с женой там и с детьми. Да. Вот, я за это. Что скажешь по подвеске? У нее что-то ломается, бренчит, что-то вот из строя выходит со временем. У меня было 15 приусов, я все их продал. Это 30-й, 20-й, 10-й. Существенного колодки. Колодки тут на 200 тысячах меняются задние. Угу. Передние на 150 тысячах. То есть, ну как всегда, линки меняются. Ну можете стойки поменять, если вы уж такой этот самый. Можете батарею поменять на ней. Надо, наверное, сказать, что еще в Японии с большим пробегом Prius меняют батарейку в Японии. Да, после 100 тысяч у них большое ТО, почему и они и дешевле стоят. Вот, если, допустим, японец хочет на ней ездить, он обязан все расходники на ней поменять, и все ломающиеся. И в совокупности и батареи меняют там, и ходовой меняют. И это не как у нас, что я так поезжу. Нет, у них безопасность прежде всего. То есть им можно доверять, как бы там ни было. Так, хорошо. Если у них болячка, знаешь, с чем? С чем? С помпой. Помпа инвертора, это да, было такое на 20-х приусах. Помпа инвертора выходила из строя на пробеге где-то 150 тысяч. Но она не космическая цена, меняется она элементарно за час-полтора. И она стоит, стоила в районе 3-5 рублей. А 5 помпа тысяч. Двигателя? Помпа двигателя, вот сколько было приусов, ни разу не выходила из строя и вообще не было. Вот на 30-х приусах она вообще электрическая. Это то, вот что не тут же 2ZR FXE двигатель. Да. Вот, то есть я так как связан с Воксе много, тесно, да. Там вот эта вот помпа на двигателе стоит, и стоит, ну, этот вкладыш такой, знаешь, забыл, как он называется, муфта. Вот, и на пробегах под 250, ну, у кого-то 300, она начинает выходить из строя. И есть такое поверье уже, 200 накатал, положи ее себе в багажник и катайся. Потому что вот этот вот ротор, вот этот, он расслаивается и начинает подклинивать. И машина начинает моргать ошибка, вот, она... Раз отклинило, нормально ездит. В общем, с этим можно какое-то время покататься. Вот, но нужно менять, потому что уже все. Роторный вот этот вкладыш можно купить китайский там за пару тысяч. Не повсеместно.
чтобы... У кого-то есть, у кого-то нет. Во-вторых, цена вопроса сколько там? Ну вот сам ротор это 2000 где-то стоит, а если саму помпу, это где-то 15. Ну, пускай 20 сработает. И еще. Ну все машины ломаются. Это однозначно, они ломаются, это железо. Но, чтобы быть спокойным, надо немножко, ну как, доводить машину, даже после японцев, доводить машину для себя. То бишь, чтобы у тебя смотрело в автоматическом режиме, смотрел кто-то за ВВБ тяговой батареей, в Хабаровске, в Благовещенске продается контроллер. Контроллер. Сейчас мы его покажем. Показывай. Естественно, я его поставил. Вот он. Вот короче, он стоит 7 тысяч, и я сейчас езжу, и то бишь он что делает? При холодной батарее он берет воздух и загоняет, подогревает батарею. Когда она горячая, он ее охлаждает. То бишь он полный автомат. И то есть и проблема с перегревами батареи, которые вот сейчас пугают нас. Вот поедете вы по сопкам там туда-сюда, и кирдыкнет батарея там. Нет. И потом еще, есть такая система, кто соображает, ОБД-2, которая ставится, и ставится программа. Гибрид и стат. Эта программа у тебя на мониторе полностью контролирует твой автомобиль. А у тебя выводит это все на монитор? Да. Программа «Доктор Приус». То есть Андрей у нас доктор Приус? Я не доктор Приус. Нет, гибрид ассистанты, я знаю. Да, и доктор Приус есть. И можно даже так смотреть, сколько она, ну там много параметров, которые и для тебя будет интересно, и, ну она следит полностью за машиной. Еще у меня вопрос по поводу света фар. Как тебе свет фар? Я смотрю, тут линза. Вот, кстати, это стоит линза. И, кстати, на Альфе, на Приусе плохой свет. Если не брать G-комплектацию, у которых там 4 линзы стоит, да? Вот. На этой и гоняльщики говорят, и кто эксплуатирует Альфу, говорит, тут бесподобный свет. Светит, как днем. Вот такой немаловажный фактор. Так, что-то по электронике вообще, что-то случалось за это время? По электронике тоже говорят, вот... Там туда-сюда, очень сильная электроника, да, у японцев они передовики в электронике. Они, ну не знаю, сколько я с ними дружу, мне, ну естественно, если хлам там брать, который битый-перебитый, топленный-перетопленный, то есть будет проблема, это в любой машине будут проблемы. Даже с Германии, с Европы, там все прочее. На японских машинах я не встречался, чтобы был какие-то отказы по электронике. Ты не покупал топляка. Я топляка не покупал, зачем? Я не настолько богатый. Так, ну и еще вопрос, я так понимаю, по обслуживанию машина это недорогая. Если вот я беру на фоне Воксе, там вообще обслуживание дешевое. Ну обратно, даже не я это говорю, а говорят это люди, что при покупке Toyota немножко дороже, чем другие машины, а в обслуживании она самая дешевая из японцев. Да, это точно, по дешевизне это точно. Сюда, ну, то есть все приемлемо. Сюда получается 4 литра масла в двигатель, столько же в коробку. Да. И все, алло. Да. Меняется это, если... И вообще, Toyota, если ты когда-то в детстве разбирал лесопед, это тебе, твоя машина. Ну, это все так говорят, это не я. А что ты можешь сказать по парусности? По парусности? То бишь... Ну вот ездил я на море по парусности, 140 едешь, ну вот по платным дорогам, 140 едешь, и чувствуешь себя комфортно, уверенно, все. На 30-м Приусе 120 такая скорость. И уже начинаешь, ну, уже неуютно чувствуешь. Это, ну она потяжелее, она подлиннее, она... И по трассе, ну... По трассе вообще она плывет, хорошо. Просто плывет. И еще в отличие от 30-го кузова, хоть и говорят, что пластик везде трещит там туда-сюда, да. В 30-м, да, сколько я переклеивал, он все трещит и трещит, там в зависимости от морозов. Здесь я не знаю, как японцы это все наделали, но тут вообще тишина в салоне. Значит, комфортная скорость, я так понял, 140. Ну, больше 140 я не ездил на ней. Зачем? Жизнь дороже, в общем-то. Ну, то есть на ней, если едешь, допустим, 120 и надо обогнать, хватит ей? Конечно. Мощей-то? Конечно. Хватит, да? Говорят, что шумноват двигатель, да, я не спорю, он шумноват, но он едет. И вот просто на Воксе вот 120 едешь, ну там автобус, он тонну 650 весит. Да, я там газ нажимаю, она ну еле едет, ну как бы не то, совсем не то. Ну, автобус, во-первых, он повыше, он еще и потяжелее. Я не знаю, ну это не хвальба никакая, но вот все, я не верил. Я вот зациклился в Приусах в 30-х,
А вот сейчас попробовал эту, думаю, да. Ну, надо было раньше попробовать Альфу все-таки. А почему пятиместную? Чего не взял семиместную? Ну, у меня семья. Семья два человека. Ага. То есть зачем мне? Вот пугаются батареек. Полностью батарея никогда не меняется. Это надо быть идиотом, или если ты ничего не соображаешь, тебя просто по тупости разводят. Угу. Там да, 28 элементов меняешь. То, что, ну, показывает, даже на программе она показывает, какой элемент у тебя высажен. Ну, а есть еще специалисты есть еще, да, у нас даже в Смоленске есть специалисты, которые проверят тебе эту ячейку, и эту ячейку поменяют за день, и будет батарея. Но это уже не, я не первый случай, что меняю батареи, помогаю людям. Угу. Вот, и все продолжает ездить, так что это просто, ну бред. Ты что? Даже куда-то поставил батарею от Wildfire, да? От Wildfire я поставил на 30-й привод, у меня был процентовка, 120% было. Ага. Из 100. Ну, то есть, там мощнее батарея, там туда-сюда, ну, как-то так. Слушай, Андрюх, а покажи, где здесь батарея стоит в этой машине? Ну, я разбирать не буду. А, вот. Но у нее же есть где-то вентиляция, откуда входит воздух? Вентиляция вот. Где тут все закрыто, батарея стоит под задним рядом сиденья, она вообще угу. никак не мешает. В отличие от 30-го Приуса, даже ТО батареи, ну это естественно имеется в виду там клеммы смазать, там почистить их, но они окисляются все-таки, это электричество. Вот. То бишь снимается вот эта обшивка, задний ряд ложится и доступ к батарее хоть вокруг нее пляши. Угу. Вот. В 30-м Приусе не так, в 30-м там... Там, во-первых, посложнее. Да, ну чуть-чуть посложнее, потому что, ну, она здесь и побольше. Так, и, где вот эта вот сетка? Сетка под низом. Сетка под низом. Да, там же надо чистить ее, нет? Там надо фильтр чистить. Какой-то стоит. В 30-м Приусе стоит здесь. Здесь стоит вот здесь. Вот, вентилятор стоит здесь. Если поднять вот эту защиту, обшиву или как там назвать, ну вот все тут прикручено просто. Ага. Вот здесь. Вот здесь стоит вентилятор. Забирается с салона воздух отсюда. Ну, с подниза, да. И вот там где-то, да? Да. Ну, вот видишь, вот он получается. На болтах, ну, тут откручивать, чтобы ее увидеть все. Вот он, получается, сидушку мы отодвинули, ну, вот он, да, входит, вот здесь сеточка, и вот по этому туннелю уходит в батарею вот воздух. А здесь вентилятор, да? Нет, вентилятор вот я тут здесь под рукой стоит, да. Здесь вентилятор стоит. Ну, внизу там стоит с лабиринтами там туда. Ага. Так, понятненько. Давай проверим клиренс. Сколько здесь? 27. А у тебя сколько проставки сантиметров? 30 миллиметров. 30 миллиметров. Алюминиевые проставки 30 миллиметров. Заказываю я с Новосибирском, дружу. 21. Здесь 22. 25, да? 25. Ну, начнем еще с того, это 16-е колеса зимние у меня стоят, а летние колеса у меня на 17. 40 стоят. Где-то. 42. Колеса 205, 60, 16. Ну, вот немножко рассказал за машину. Вот. Ну, за нее не знаю. Я люблю Приусы. Вот. Это будущее, в принципе. И не надо бояться, не надо пугаться. Это Япония, это все надежно. Угу. Спасибо, Андрей, тебе за рассказ, было очень интересно. Клиренс, конечно, поражает. Вообще машина мне очень нравится. И красную, когда смотрели, и эту машина от ТАСС. Хочу семиместную увидеть. Друзья, у кого 7 мест, напишите, пожалуйста. Москва, область, подъеду. Напишите, почему их не хотят брать. Почему их не хотят. Ладно, все, всем спасибо, всем пока.